Здравствуйте! Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елена Макаренко. На этой неделе на Алтае начались первые весенние подтопления. Талые воды зашли на 3 участка в одном из сел Куринского района. Воду от жилых зданий отводили с помощью трактора. В итоге все закончилось благополучно, угроза жизни людей и имущества миновала. А между тем, первую волну паводка в крае ожидают уже на следующей неделе. Эту информацию нам подтвердили в МЧС региона. Накануне группа саперов ведомства подрывала лед на участке Бии, который в группе риска с точки зрения образования заторов. Взрывные работы проводили в районе села Мальцево-Курья. Их цель – избежать ледовых пробок, которые образуются в узких местах рек или на изгибах русел, преграждая путь воде. В таком случае река может выйти из берегов и затопить ближайшие территории. Накануне спасатели взрывали лед в Красногорском районе, использовали 200 килограммов взрывчатого вещества. С сегодняшнего дня в регионе должно начаться резкое потепление до плюс 15, а это значит, что большая вода в ближайшее время может накрыть те районы и населенные пункты, что находятся в зоне риска. Их, к слову, немало. Жителям каких конкретно территорий угрожает водная стихия, как к ней готовятся и планируют ли для ее усмирения привлекать дополнительные силы? Ответы на эти и другие вопросы, связанные с предстоящим паводком, нам дал заместитель начальника главного управления МЧС России по краю Николай Егоров. Еще в самом начале года специалисты предрекали серьезный паводок в Алтайском крае в этом году. Изменился ли прогноз на сегодняшний день? Да, прогноз немножко поменялся в связи с тем, что изменились у нас погодные условия. То есть ожидали мы, что будет немножко другой погода, будет намного теплее. Но природа вносит свои коррективы, поэтому у нас сейчас немножко идет сдвижка к средним многолетним наблюдениям. То есть не как обычно раньше периода возникнут у нас вскрытие рек, оно будет у нас ориентировочно где-то после 12-х чисел. И какие районы могут пострадать прежде всего? Это опять же будет зависеть от погодных условий. То есть если будут ночные и дневные температуры переходить в плюсовые, довольно-таки серьезные плюсовые, да, конечно, будет большой подъем уровня воды. А если будут слабоположительные и ночью слабоотрицательные, как сейчас мы наблюдаем, то вполне возможно, что пройдет спокойно. Но без эксцессов, конечно, не обойдется. Можете ли назвать населенные пункты, которым, ну вот, прямо стоит готовиться, быть во всеоружии? Готовиться нужно всегда, причем всем населенным пунктам. У нас в зоне подтопления 182 населенных пункта, поэтому готовиться надо в любом случае. Мы всегда, наш принцип такой, что мы готовимся к наихудшему развитию ситуации. А может ли возникнуть такой момент, при котором потребуются дополнительные силы? Ну, если да, будет у нас, как говорится, угроза большая, подтопление населенных пунктов и большого количества населенных пунктов. Естественно, мы будем привлекать дополнительные силы и средства. Это Сибирский спасательный центр, который находится в Новосибирской области. Мы уже его, в принципе, спланировали для применения, определили районы, в которых они будут, возможно, принимать участие. Они находятся в готовности. В случае необходимости, естественно, они прибудут к нам на помощь. А какие это районы? Перечислите их, пожалуйста. Это и Петропавловский район, и Краснощековский район. То есть Чирышский район, Быстрый Стокский район и так далее. Ну, то есть более южные районы, которые ближе к рекам у нас, такие на основных реках, конечно, они в первую очередь. Какая-то работа на данный момент с населением проводится? Со старостами населенных пунктов общаемся. Опрос идет, то есть наши сотрудники осуществляют и обходы подворовые, с разъяснительной работой. Также это и задействовано все муниципальные, как говорится, служащие, которые находятся на территориях муниципальных образований, то есть, ну, администрации районов. Все сейчас занимаются этим, в принципе, и на сайтах, на официальных у нас и прогнозы есть, и развитие, и что нас ожидает, и группировка сил и средств и так далее. Мы рассказываем о своей деятельности, также как на сайте нашего главного управления, так и на сайте администрации муниципального образования, а также это и правительство Алтайского края. Первые подтопления уже отмечены на этой неделе. Можно ли ожидать, что на следующей их станет больше? Вполне возможно, потому что дневные температуры положительные, и снег тает весной. Весну остановить мы, к сожалению, не можем, чтобы прекратить подтопление низменных участков местности, а тем более населения, которое проживает в низинах, построили дома, вода скапливается. Необходимо, конечно, взаимодействовать с администрацией местной и принимать все меры для того, чтобы прокладывать отводные каналы, чистить канализацию существующую, ну и так далее, мероприятия выполнять по отводу воды.
Давайте в завершении интервью еще как-то обозначим более конкретно сроки, что ли, прохождения первой волны, второй волны. Ну, я понимаю, что они приблизительные, тем не менее. Первая волна мы ожидаем это с середины апреля до конца апреля. Это первая волна. И вторая волна, она традиционно, это третья декада мая и первая декада июня. Вы во всеоружии? Мы всегда готовы. Спасибо. Из-за весенней распутицы все больше жителей края стали жаловаться на дороги, по которым невозможно проехать. Люди говорят, что уже устали обращаться за помощью к муниципальным властям и готовят обращение к руководству региона. Тему продолжит Анастасия Дороган. Буранова, Усть-Калманский район, школьный маршрут. В Усть-Калманском районе тает снег и тает дорога. Здесь буксует школьный автобус, с трудом пробираются автомобили. Именно этот путь ведет из поселка, но выехать рискуют не все. Ирония в том, что настоящая дорога рядом, но под снегом. Прочистить ее никто не пытался. Как думаете, приятно вот так ездить? И это никогда дорога не делалась. И, возможно, в этом году тоже не будет ремонтироваться. На эти дороги в черте города тоже мало кто обращает внимание. Жители Рубцовска, чья достопримечательность ямы вместо асфальта, записали обращение к губернатору. Обратите внимание на главную улицу города, улица Комсомольская. Знакомы ли вы с мэром города Рубцовска, Фельдманом Дмитрием Савельевичем? Знакомы ли вы лично и куда уходят деньги, выделяемые на бюджет города? Власть, атакуемая в соцсетях и СМИ, все-таки вышла к людям, правда, в одном лице. На прошедших выходных Виктор Томенко решил целенаправленно прогуляться по Барнаулу и Новоалтайску, проверить дорогу, по которой ступают горожане. И остался недоволен. Содержанию дорог он поставил неот, а к главам городов и районов у него появились вопросы. Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет. Нету ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Ну да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск, значит, он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплен ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа. Если ее не способны организовать и исполнить, значит, нету способности вообще управлять. Своим коллегам рангом ниже он посоветовал говорить открыто, какие мощности есть для решения вопроса, что сделано, а что сделать невозможно. И призвал обратить особое внимание на те участки, где проходит большой поток людей. Сроков глава региона не обозначил, но, кажется, времени у властей немного. На конец недели в край вновь идет потепление, и, судя по всему, дорожных коллапсов не избежать. Анастасия Дороган, «День с толком». А теперь о громких скандалах. Их на неделе прогремело сразу два, и оба связаны с видными политическими фигурами региона. Речь идет о представителе главы края в законодательном собрании Стелле Штань и депутате регионального парламента Николае Бушкове. Против обоих персон завели уголовные дела. Краевому депутату Бушкову обвинение предъявлено за незаконную вырубку леса с использованием служебного положения. По данным следствия, в 2019 году обвиняемый значился директором деревообрабатывающего предприятия под Тальменкой. Незаконные вырубки, которые он организовал, нанесли ущерб лесному фонду страны почти на 5 миллионов рублей. Парламентарий, кстати, скрывался, был объявлен в розыск, нашли его в итоге в Новосибирской области. Статья, по которой обвиняют Бушкова, предусматривает до 4 лет лишения свободы. А Стеллу Штань подозревают в мошенничестве. По данным следствия, обвинение связано с делом элитного детского сада «Хэппи Бэби». В 2015 году управление по образованию предоставило директору «Хэппи Бэби» субсидию для компенсации расходов по выкупу помещений. По версии следствия, директор детского сада вместе с обвиняемой предоставили в Главное управление образования и молодежной политики фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость помещения была существенно выше рыночной цены. Добавим, расследования по обоим уголовным делам продолжаются, и обоим политикам приостановили членство в партии «Единая Россия».
А вот жители Ярового начали готовить обращение в Генеральную прокуратуру России из-за повышения тарифов на коммуналку. Летом они вырастут сразу почти на 19%. При том, что горожане надеялись на другой исход злободневной проблемы. После передачи убыточной ТЭЦ муниципальному предприятию убытки и у ТЭЦ, и у потребителей должны были снизиться. Но вот уже больше года, по мнению людей, ситуация становится хуже. Почему, разбиралась Валентина Аскерова. У меня в том месяце я заплатила 7 тысяч. Это сегодняшние, как выяснилось, пока еще гуманные расценки за коммуналку. Но уже с 1 июля этого года тарифы в Яровом резко взлетают вверх на 18,8%. Отметим, по краю повышение будет в среднем на 6%. Сейчас стоимость отопления в коммунальных платежах за зимние месяцы составляет 50 и более процентов от общей коммунальной строчки. Итого. Трехкомнатная квартира где-то 5,5-6 тысяч. Одна строчка отопления. Но рост по всем коммунальным услугам. Отопление повысится на 33%, горячая вода на 27%, холодная на 58%. Цифры многих обескураживают, но если их уменьшить, считает руководство города, ресурсоснабжающая организация МУПЯТЭК просто не сможет согревать город, обеспечивать его водой и прочими коммунальными услугами. Расходы предприятия, как которые я сказал, МУПИТЭК, значительно выше тех доходов, которые оно получает от всех видов деятельности. Расходы предприятия сегодня у нас складываются на уровне 560-570 миллионов рублей, а доходная часть сформирована по году в объеме 380 миллионов рублей. Только люди недоумевают, почему убытки компенсируют исключительно за счет граждан. Та ресурсоснабжающая организация, которая сегодня у нас существует и работает в режиме выработки тепловой электрической энергии, она будет приводить к тому, что это предприятие будет всегда убыточно. А если оно будет всегда убыточно, то, соответственно, убытки будут вкладываться в тарифы, которые мы будем оплачивать. Для баланса интересов ресурсоснабжающей организации жители, городские власти заговорили о компенсациях. Вот только из официального ответа жителям мы узнаем, что денег в городском бюджете на компенсации нет. Надежда на краевой, вот только документов, подтверждающих, что казну Ярового пополнят за счет региона, люди не видели. Источника компенсации нет, поэтому мы считаем эту компенсацию необоснованной, ничем не подкрепленной. И поэтому это призрачное явление, которое не будет иметь места с 1 июля 2021 года. Глава города Виталий Самобочий заверяет, компенсировать затраты по коммуналке будут. Уже даже утверждено положение. А по поводу ТЭЦ поясняет, предприятие в сегодняшнем виде городу не нужно. Власти подумывают о строительстве новой котельной, но только на проектные работы уйдет до 1,5 лет. Люди могут уже рассчитывать на коммунальные платежи более низкие. Сейчас сложно говорить об отдаленной перспективе, но, конечно, это будет уже современное энергоэффективное оборудование, максимально автоматизированное. Будем надеяться, что все-таки мы, по крайней мере, зафиксируем цену на тарифы хотя бы на достигнутом уровне. Износ коммунальных сетей 70%. Их вроде бы ремонтируют ежегодно, но лучше-то они не становятся. Так, в прошлом году у жителей Ярового почти полгода из крана бежала ржавая вода. И люди искренне не понимают, за что они платят такие бешеные суммы. Население Ярового порядка 20 тысяч человек. Каждый третий – пенсионер. Выходит, финансовая нагрузка ложится прежде всего на самые беззащитные слои населения. И если сейчас яровчане за ту же трехкомнатную квартиру платят 6 тысяч рублей, то уже в скором будущем будут отдавать 8-9. Почти вся пенсия. Это вообще 10 тысяч. Как жить? И о какой компенсации они хотят нам что-то сказать? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. 16 школ Барнаула на этой неделе экстренно прервали занятия, детей и педагогов эвакуировали, после чего учебные здания проверяли саперы и кинологи. Причина – электронные сообщения о минировании школ. Подробности ЧП в следующем сюжете.
Это уже вторая в истории края массовая рассылка о том, что в здании заложена мина. Первый подобный инцидент – январь 2019 года. Тогда под электронную раздачу по почте попала мэрия Барнаула и 24 городских школы. Сегодня их несколько меньше – 16, но от этого никому не легче. Сейчас мы находимся на территории школы номер 69. Это одно из первых учебных заведений, о котором говорили, что оно заминировано. Саперы и кинологи работы уже провели и никаких взрывчатых веществ не нашли. В оставшихся 15 никаких мин также не обнаружено. Известно, что после получения сообщений в нескольких школах срочно эвакуировали учащихся и педагогов. Кинологи с собаками, а также саперы осматривали классы. Часть школ учебный процесс возобновилась с 4 урока, часть со 2 смены. В некоторых из якобы заминированных школ ученики должны были писать всероссийские проверочные работы. Об этом писали и родители в соцсетях. Но теперь, видимо, комплексные задания перенесут. Надо отметить, что к сообщениям о минировании на этот раз довольно спокойно отнеслись и школьники, и педагоги, чего не скажешь о прошлой истории. В 2019-м возникла паника, но на этот раз все просто спокойно дожидались окончания оперативных мероприятий. Правоохранители пока никаких пояснений не дают, но в краевом МВД, как заверили нас в пресс-службе ведомства, комментарии дадут несколько позже. 2 года назад письма сложными сообщениями отправляли из Европы, Брюсселя, Мюнхена, а также из Москвы. По данным фактам было возбуждено сразу 4 уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Анара Шагирова, Николай Шилко, «День с толком». На этой неделе школы Барнаула начали принимать заявления от родителей будущих первоклашек. Впервые документы можно подать в течение 3 месяцев до 30 июня. Сейчас заявления принимают от родителей детей, которые закреплены за школой территориально. Приоритет при попадании в первую волну зачисления имеют также будущие первоклашки, у кого в школе по месту жительства учатся братья и сестры или, к примеру, мамы и папы работают в полиции, являются военнослужащими или по другим основаниям входят в список льготных первоочередников. Второй этап зачисления пройдет с 6 июля по 5 сентября. Претендовать на места в желаемых школах могут дети независимо от их места проживания и регистрации. Правда, некоторые родители переживают, что их чада не смогут попасть в школы и по месту жительства. Мы стараемся, конечно, выходить на ту цифру, чтобы детей проживало столько, сколько мы принимаем в школу. К сожалению, не по всем микрорайонам такое получается. Сложный школы район планируется. У нас самый какой? Самый сложный – это вплоть до метра туда, вот, где у нас данные дома, да, туда, где Адмирал, вот, 135-я, 136-я, 2 школы мы открыли. И сложная сейчас ситуация – это через Павловский тракт, там, где Дружные. Тем, кто по какой-либо причине не сможет попасть в желаемую школу, предложат соседние. В любом случае, всех первоклашек, заверили нас в городском комитете по образованию, местами в школах обеспечат. А между тем, все больше школьников края, в основном это, правда, учащиеся средних и старших классов, утверждают, что общее среднее образование в том виде, в каком оно сегодня представлено, не отвечает требованиям современности. Устарели и программы, и методики преподавания. Вторят детям и родители. По их мнению, современную школу нужно срочно менять. Почему и какие альтернативы возможны? Наш специальный репортаж от Анары Шагировой. Молодежь не знает, что Жуков – это не писатель, это великий полководец. И там много про Суворова такие стебы. Никто ничего не знает. Ну, вообще считаю, что все-таки все зависит от учителей, то, как они преподносят урок. От этого зависит то, как понимают дети. Школа – это просто болото, в которое поставлена система и выдает тебе одно и то же из поколения в поколение. Что-то менять надо, но как это? Ну, наверное, есть специалисты какие-то, которые знают это. Так нелестно о современном образовании и его качестве отзывались барнаульцы. Многие сходятся в одном. Дети ничего не знают и не хотят знать. И взрослые, и дети считают, что современная школа далеко не современная, поскольку не отвечает запросам времени. Не устраивает система оценочная, потому что оценки, они очень сильно отбивают мотивацию естественную обучению. Поэтому и возможности заниматься тем, что нравится. Мама 3 детей, Елена Степанова, когда перестала замечать огонек в глазах от учебы у сына первоклассника, решила, нужно что-то менять. Она забрала ребенка из школы, и теперь Тимур учится дома. Вопреки представлениям многих, он не халтурит. А вот уже 8 лет учится по индивидуальной методике, которая совсем непроста, но весьма занимательна. Вместо уроков – репетиторы, студия живописи, кораблестроения. Я общаюсь с детьми в школе, которые учатся в школе, и после почти каждого разговора с ними все хотят перейти на семейное образование,
потому что это здорово. Я считаю, что плюсов намного больше, чем в школе. И, если честно, за все время, сколько я учился дома, мне даже ни разу не посещала мысль всерьез вернуться в школу. Правда, программу каждого обязательного школьного курса приходится изучать самостоятельно, иначе аттестат не получить. По математике, русскому обществознанию, предстоящим выпускным испытаниям, помогают репетиторы. Частные учителя – удовольствие, конечно, не из дешевых. Студия искусств тоже платная. Из плюсов – занятия по душе. Психологи к такой альтернативе относятся настороженно. Хотя я признаю, что современное образование стало модным. В Барнауле на него перешло больше 150 семей. В процессе нахождения в школе, в учебном заведении у ребенка развиваются же не только интеллектуальные способности, какие-то когнитивные, да, моменты, но и межличностное общение. То есть, а здесь его как такового оно будет, но оно будет меньше. Что сделал? Налей. Глагол. А здесь ребята, наоборот, учатся взаимодействовать друг с другом и с педагогом. Правда, он здесь скорее как тьютор. Учит детей не за партами, не в классах, а там, где им удобно. Например, на полу или в кресле. Пусть даже ребенок разгуливает по кабинету в носках и тогда, когда ему захочется. Педагогике Монтессори развитие ребенка идет в естественной среде. Детей объединяют не в классы, а в разновозрастные группы. Например, от 9 до 12 лет. Дети старшие помогают младшим, младшие смотрят за старшими. И зачастую младшим не надо ничего уже там показывать, они посмотрели за старшими, и как бы это как многодетная семья. Умножать в этих школах дети могут уже с 7 лет. Тогда же учатся находить в предложении определения обстоятельств. Одновременно в таком классе изучают математику и английский. Правда, о дисциплине в этой школе будто не слышали. Здесь шумно, но это ни детей, ни педагогов не смущает. Классноурочная система появилась еще в 17 веке и с тех пор полностью укоренилась в нашем сознании. К такому представлению о школе мы привыкли. Но сегодня она нуждается в переменах, считают родители. Изменения есть, но они не в лучшую сторону. Так педагоги говорят о засиле формальности, бумажной волоките и бесконечных предписаниях сверху. У меня такое чувство, что вся система контроля в современном образовании, будь то ВПР или ЕГЭ, ориентирована на абсолютное недоверие к учителю. И это удивительно и неприятно, потому что изначально нам доверили, граждане нашей страны, воспитание, обучение своих детей. И вдруг постоянный контроль. И рады бы преподавать по новым методикам, говорят учителя, но ограничения не позволяют. Конечно, кто-то пытается изловчиться, использует телефоны во благо, снимает постановки литературных произведений, применяет разные интерактивные формы. Но этим горят только энтузиасты. Остальные полагают, что ухищряться нет смысла. Зарплата маленькая, а инициатива креативить нередко наказуема. Тут нужны кардинальные меры, и они-то уж точно зависят не от учителей. Анара Шагирова, Александр Антропов, «День с толком». Алтайский край попал в список географии отчаяния. Такая карта накануне появилась в социальных сетях. Она основана на данных по числу самоубийств, гибели от алкоголя или наркотиков в российских регионах. Далее об этом подробнее. Из 79 регионов наш край занял 67 место, то есть мы почти попали в десятку антилидеров. На этой графике обозначено 15 самых отчаянных регионов. Меньше всего от отчаяния гибнут в Астраханской области и Москве. А вот из Алтайского края хотят уехать около 80% молодых людей. Невеселую статистику озвучили на заседании круглого стола в общественной палате региона. Накануне там обсуждали проблемы молодежи. Существует такое очень устойчивое размежевание, что есть Москва и все остальные регионы. Ну, Москва, Питер, можно так сказать. И все остальные регионы по отношению к ним, они ущербны. В них ничего хорошего нет, перспектив нет. И поэтому в этой ситуации даже те, кто хочет остаться, они именно как бы за справедливость выступают как за выравнивание стартовых возможностей. Это и есть ответ на вопрос, почему молодые люди стремятся покинуть родной регион. Алтайский край на сегодняшний день занимает последнее место по уровню заработных плат в Сибири. Суицид на первом месте. Мы в красной зоне. Детский суицид. Вот вам реализация молодежи и все темы. Уровень разрыва по зарплатам, он гигантский. Реализовать себя они не могут. То есть разрыв вот этот... С помощью интернета, современных технологий он ускорился, и люди, по сути, остались одни сами с собой, брошенные в сельской местности. В Алтайском крае живет 50%, считай, в сельской местности. У нас все едут в Москву, чтобы развивать свои проекты, потому что именно оттуда все распределение идет. Так построена система центральная.
Что касается отчаянных регионов, напомним, мы на 67-м месте из 79. Здесь эксперты видят прямую связь с темпами роста региональной экономики. Также на уровень отчаяния может влиять уровень безработицы, общее состояние рынка труда. Еще один фактор уныния – жилищные условия населения. Прежде всего, регионам нужно решать эти проблемы. Однако есть и немного другое мнение. Часто причина алкоголизма, суицидов кроется в том, что людям просто некуда сходить. Здесь имеется в виду дома культуры, театры, спортивные площадки, а также городская инфраструктура в целом. Моногорода, сельские территории, у которых там практически нет развития. Да? И вот основной упор надо делать на то, чтобы там люди были заняты, и с тем, чтобы у людей там, кроме вот работа-дом, еще что-то было. То есть условно можно получать, допустим, 17 тысяч, но при этом быть счастливым? Да, можно получать 17 тысяч и быть счастливым. Позитивные стороны в нашей жизни все равно существуют. Ну, первое, мы потихонечку справляемся с общей проблемой, с коронавирусом. Это тоже накладывало определенный отпечаток как внутри семьи, так и вне. А я думаю, здесь нам очень важна самоорганизация, по большому счету. Не искать сегодня крайне плохих, кто-то в этом виноват, а просто совместно решать эту задачу. Возвращаться в кружки, сегодня можно это делать. Выходить на площадки, заниматься спортом, ходить на концерты, то, что сегодня тоже разрешено. Когда «Титаник» тонет, а тут играет все музыка, и все вроде бы хорошо, ну да, вроде бы все хорошо. На самом деле-то мы тонем. Андрей Дриер, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. А вот как выплывать, то есть как видят обстановку в крае и чего хотят молодые жители? Опрос о политическом поведении и предпочтениях молодежи провели ученые Классического университета. Оказалось, основная часть нового поколения Алтайского края мыслит оппозиционно – социал-демократы, коммунисты, либералы. При этом влиять на взгляды молодых людей не так-то просто, особенно при помощи очных акций. Подробнее расскажет сама ученая. Уровень цифровизации молодежи очень высокий. И в этой ситуации, по сути, теряет актуальность локальная привязка молодежи. То есть когда мы проанализировали данные Сибирского федерального и Дальневосточного федерального округов, у нас было такое ощущение, что мы опрашивали не в 10 регионах от Владивостока до Омска, Томска и так далее, а мы опрашивали вот Барнаул, Новоалтайск и так далее. То есть данные очень похожи. И даже событийный ряд молодежи вот в двух федеральных округах, он очень похож. И он касается федеральной тематики. То есть на сегодняшний день не имеет, по сути, значения, где живет молодой человек. Это, естественно, создает определенные сложности для региональных структур с точки зрения доступа к молодежи и какого-то управления ее сознанием и поведением. Основными ценностями молодежи на сегодняшний день выступает, опять же, видно очень сильное размежевание, 4 основных ценности. Это свобода, справедливость, права человека и порядок. Когда мы первый раз получили эту четверку, мы очень задумались, как туда вписывается порядок, а потом в ходе фокус-групп получилось, что вписывается он туда очень хорошо. Свобода, понятно, то есть свобода понимается все через понятие прав человека. То есть порядок – это как раз вот обеспечение моих прав и защита, как они говорят, от посягательства на права, защита от каких-то угроз безопасности. Защита от внешних угроз, внутренних, защита от криминалитета и так далее. То есть это должно обеспечивать как раз государство и давать возможность как раз создавать сферу обеспечения прав. То есть я не нарушаю, мотив какой, я не нарушаю права других людей, мои права не должны быть нарушены. На этой неделе достаточно часто звучала и медицинская тема. Отдельную пресс-конференцию посвятили последствиям от прививок от коронавируса, обсудили проблемы аутистов, но наш следующий материал мы посвятим вопросу утилизации медикаментов. В алтайских аптеках, возможно, установят контейнеры для сбора просроченных таблеток и упаковок. Такую идею предложили барнаульские активисты. Насколько это важно и почему выбрасывать антибактериальные средства в унитаз значит вредить потомкам? Все антибиотики на планете Земля перестали действовать, и мир захватили бактериальные инфекции.
Это, конечно, преувеличение в духе научно-фантастического фильма, но как раз научное основание у него есть. Такой сценарий апокалипсиса возможен, если мы и дальше будем неправильно утилизировать лекарства. Отчасти поэтому организация «Мусора больше нет» Барнаул больше года назад начала собирать просроченные медикаменты и упаковки от них. А теперь, как рассказала Ольга, решили установить контейнеры в аптеках, чтобы людям было еще проще отдавать лекарства на правильную утилизацию. Мы предлагаем аптекам подключиться к проекту, дать добро, УМПО готово привести к ним, поставить брендированный контейнер для сбора лекарств и осуществлять его вывоз из этих контейнеров два раза в месяц. То есть от аптеки требуется только одно – дать согласие на то, чтобы контейнер стоял у них. Так проще, ведь привозить медикаменты на акции по сбору могут не все, а это вопрос важный. Блистеры из-под таблеток разлагаются очень долго, но есть и причина, о которой часто говорит, вероятно, главный популяризатор доказательной медицины в России Алексей Водовозов. Ученые выяснили, антибиотики просто так выкидывать нельзя. Не рекомендуется смывать такие антибактериальные препараты в общедоступную канализацию, поскольку нам не нужно воспитывать никакие устойчивые штаммы бактерий в той же канализации, вы не знаете, какой монстр потом оттуда выберется. Монстров бактерий часто выращивают и на фермах, рядом с курочками и коровками. Ведь последних нередко кормят антибиотиками без необходимости, при этом очень много действующего вещества просачивается в землю. Его всегда недостаточно, чтобы убить всех бактерий, поэтому выброшенное лекарство фактически выращивает новые, мощные и устойчивые организмы. Это хорошо показано на знаменитом эксперименте. Огромную чашку Петри поделили на 9 секций с разным содержанием антибиотика. По возрастанию от краев к центру на краешках нет антибиотика, а в середине доза в 1000 раз больше, чем может пережить бактерия. На чашку пускают кишечную палочку. На ускоренной съемке видно, как возникают новые штаммы, мутанты, что уже не боятся концентрации, от которой умирала их родня. И спустя 11 дней им удается прорваться в область с тысячекратным содержанием антибиотика, который может перенести дикий тип. Такие же дикие типы мутанты вырастают, когда мы с вами выбрасываем антибиотики в унитаз или просто в землю. Отчасти и поэтому врачи и фармацевты сталкиваются с пугающим явлением. Какой-нибудь вид антибиотика просто перестает работать, поскольку выросла устойчивая форма бактерии. И именно поэтому существуют компании, которые занимаются правильной утилизацией медицинских препаратов. Отходы мы утилизируем на специальных плавильных печах, инсинераторах. То есть температура в камерах горения от 750 до 1500 градусов. Остается горстка пепла, то есть она не загрязняет уже ни экологию, воздух выбросов нету. Наталья – представитель компании, в которой согласились бесплатно собирать лекарственную просрочку барнаульцев и после сжигать ее. Нам рассказали, что и раньше были люди, которые сами приносили свои просроченные препараты на утилизацию. Теперь на акции «Мусора больше нет» Барнаул собирают до 60 килограммов старых лекарств ежемесячно. Когда в аптеках города появятся контейнеры, будет еще больше, а значит, планета станет еще чуть дальше от катастрофы. Осталось только, чтобы аптеки согласились. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска о спортивных событиях. Хоккеисты огорчают, баскетболисты радуют, настольный теннис где-то между. В следующем сюжете о том, какие эмоции на минувшей неделе нам подарили алтайские спортсмены. «Динамо Алтай» выбыло из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии наши проиграли красноярским «Рысям». После двух периодов динамовцы уступали гостям 4 шайбы. В заключительной 20 минутке смогли отыграть лишь 2. Серия завершилась со счетом 2-4, к огромному сожалению наших болельщиков. А вот алтайские болельщики из мира настольного тенниса могут быть рады. Впервые в крае провели соревнования уровня суперлиги. И впервые же в суперлиге сыграл барнаульский клуб «Алтай». Чтобы вообще попасть в Суперлигу, нужно достаточно высокий уровень игроков, определенный рейтинг игроков. И ваша команда «Алтай», она занимает сейчас в серединке турнирной таблицы, потому что из 12 команд она занимает по итогам двух туров 7 место. Это не конечный результат, потому что еще впереди 2 тура. Поэтому нужно просто посмотреть до конца, как они сыграют. Всего на континентальном чемпионате выступают 12 клубов. Кстати, если барнаульцы займут какое-то из двух последних мест, то могут вылететь в лигу рангом ниже.
А вот баскетболисты радуют. Клуб «Барнаул» пробился в полуфинал Суперлиги 2. Поддержать пришел даже губернатор, и наши не подвели, хотя по итогам двух четвертей шли с отставанием. Они забили все буквально, через руку, открытые, у них кольцо как будто заколдовано было, все принимало. Но во второй половине мы в раздевалке поговорили между собой, сказали, что надо сконцентрироваться в защите, и в нападении это все получится. В итоге так и получилось. Барнаул было не остановить. 76-64 – итог встречи. Главный тренер уверен, что одержать победу помогла поддержка болельщиков. Трёсся пол от их крика. Это очень завело парней. Большое спасибо еще раз болельщикам. Буквально вот скоро у нас еще одна игра домашняя. Снова приглашаем всех. В борьбе за выход в финал наши баскетболисты теперь сыграют с магнитогорским «Металлургом», который одержал победу над ставропольским «Динамо». Матч пройдет уже завтра в 5 вечера в спорткомплексе «Победа». Андрей Дреер, «День с толком». А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.